дивіться, розпочалися підготовчі тренування збірної до матчу Кубка Девіса. Який настрій всіх в команді, як проходить процес власне підготовки до цього матчу? Я тільки сьогодні ночі прибув, здав тест негативний, що радує. Ребята занимаются утром, у меня тренировка после обеда. Вроде бы то, что я вижу со стороны, ребята готовы, оба настроены, оба подготовлены к турниру, к матчу. Ты будешь играть парную встречу. Что можно сказать о парной? Мне приходилось не раз уже играть с Эрлихом. Мы играли и Кубок Дэвиса, один матч против них, и индивидуальных, но в парных турнирах ATP, челленджерах встречались. Тяжелый игрок с большим очень опытом, багажом, который может научить, показать и направить своего напарника, даже если он не совсем опытный. Я не знаю, кто с ним будет играть, кто выступать будет, но я не думаю, что будет просто. В нашем матче в гостях эта парная встреча была непростая. Все-таки рассчитываем на то, что в этот раз удастся, несмотря на то, что я бы не сказал, что он стал старше, он все равно держится на том же уровне, который у него был. Сейчас приехал после финала на ATP. То есть в хорошей форме, значит, находится. Единственное, что он сейчас капитан, то есть ему не просто будет отсидеть все матчи и потом играть, но, наверное, справится, если согласился на данный. Ты уже много лет выступаешь за российскую сборную. В принципе, наверное, за последние годы не пропустил никакого матча. Что-то меняется в отношении вот именно к матчу? И что, собственно, для тебя лично не знаешь? Ну, может быть, спокойнее становишься. Может быть, не такое волнение, как было в первых матчах Кубка Дэвиса, потому что там не знаешь, это новое ощущение для тебя. А сейчас уже это не первый матч, и знаешь, как себя вести, как рассчитывать свои силы на матч. Сейчас, тем более, из 5 сетов нет матчей, то есть проще. Но надо настраиваться на более точечную игру и более быстрый результат. То есть раскачки не получится, там проиграть сет и потом вернуть. Здесь все быстрее из 3 сетов. Ты парный игрок, то есть игрок командный в принципе. Но вот на матче за сборную и матч в индивидуальном туре для тебя отличаются вот, по ощущениям? Ну, конечно, конечно. За сборную у тебя один матч. А, так сказать, турнирных матчей много. То есть есть шанс на ошибку. Проиграл сегодня, выиграешь завтра. А здесь уже, если проиграл, то будешь играть в другой зоне, в другой лиге и так далее. Поэтому всегда играешь на 100% и с полной выкладкой.